Всем здравствуйте, да? А кто тут потягушеньки делает? Кто потягушки делает? Вот как топаем-то. Ну что? Давайте кушать я вам принесла. Кто кушать пойдет? Нет, это вопрос не к взрослым. Не к взрослым. Нет. Нет. Фея молоко охраняет, да? И сама попивает. Да, я охраняю, скажи. Ну, чуть-чуть-то заработаю же на молочко. Вкусненько, да? Очень вкусненько. Ой, как вкусненько. Так, где у меня первая детка? Детки, давайте, вставайте, миленькие. Вставайте, просыпайтесь, золотые. Сейчас всех вас... Ой, как сладко спит ребенок, аж будить жалко. Только что пищали, пока молочко остыло, они уже пищать перестали. Уже уснули. А ты меня тыркаешь, чтобы я тебя гладила. Да я тебя, конечно, буду гладить и целовать, и миловать. Но этих же товарищей нужно накормить, чтобы они тебя сейчас не дергали. Он здесь 30 секундочек поспят, и опять к тебе будут приставать, да? Говорит, мама, дай тетю свою вкусную. Дай тетю вкусную, да? Так, а вы меня что тут за ноги кусаете? Маленькие красотульки. Давай. Я знаю, что у мамочки молочко вкуснее. Ну, учитесь, миленькие, и такое молочко пить. Это хорошее детское питание от ноля. Ой, извини, маленький. Давай. Пробуй. Так, и сейчас третьего товарища. Вон, смотрите, тетушка, какой вам пример подает. Так. Давай, ты покажи пример. Покажи. Вот, ну-ка, попробуй. Вот, давай. Облизываешься, ведь вкусненько, да? Ну и чё вы? У мамочки вкуснее, да? Ни в какую не хотят. Ну что это такое? А мамочку сосут и сосут. Ну, мамочка хоть молочка попьет, а? Товарищи собаки. Я вас... Ой, мы тут бардак наводим, да? Я вас прошу, пейте молочко. Пейте, дети, молоко. Будете здоровы. Ну, ты феи хрюкнул. А, Вигуська пытается закопать, чтобы никто то молоко не утащил, да? Вот, правильно, подходи к тарелочке. Молодец, давай. Давай, мой золотой маленький ребенок. Давайте, подходи, давай, вот так вот. Вот, ну. Вот уже начинает язычку. Чуть-чуть наклонить головушку, чуть-чуть, миленький. Чуть-чуть, вот так вот. Вот и потихонечку лакай, миленький мой. Давай, кабаняк, покажи пример. Так, а где у нас еще? Смотрите, тетушка у вас, пока вам пример показывает, все выпьет. Значит, хрюкает от удовольствия тетка-то. Вкусненько так говорит. Так говорит, вкусненько. Ну? Вот господин граф сейчас всех научит. Вот молодец. Только к графу пока имя прилипло. Остальным пока не знаю какое. Вот молодец. Вон как лакает. Будешь большим, сильным, красивым, умным и здоровым. Да? Ты тоже будешь, все равно будешь. Да, вы все будете красивые. Вы все хорошие у нас. Малышочки-карандашочки, да? Феюшка, мне кажется, ты слишком упорно показываешь пример. Ты сейчас у них все выпьешь. Феенка, микродевчонка. Давай еще попробуем. Давай. Оп. Давай, вот так вот. Вот. Иди, не уходит ребенок, а. Ну, ладно. Да еще потом попозже попробую. А сейчас стартера вам насыплю. Ну, а всем желаем доброго дня, хорошего настроения и прекрасного аппетита.